Ребята, всем привет, с вами Александр, Monster Legend. У нас начался мифологический лабиринт, но нам сегодня не до этого. Так, у нас сегодня будет на прокачке, ребятки, монстрик. Так, сейчас давайте отмасштабируемся. Тихо. О, вот так, так сойдет. Соберем немножко здесь золотишко, чтобы оно нам не мешало обзору. А, за это нам даже уже дают монетки, отлично. Отлично, даже давайте продадим что-то лишнее. Я в прошлом лабиринте, который был у нас, получил, ребятки, Буратгора. Буратгора, это мой второй Буратгор. А сейчас у нас, ребятки, будет на прокачке Темпест, только через пару сек. Поставим дальше на повтор. И приступаем к нашему темпесту. Давайте его нажмем поместить. А почему сюда? Так, он хочет пока что сюда, да, разместиться. Ну, давай. Вот это прикольная картинка такая, как будто бы из кино. И Темпест — это у нас, ребятки, не простой монстр. Это у нас легендарный монстр топ контроля стихии энергии. Вот такой вот у нас монстрик очередной. Давайте про него почитаем. Темпест редко бывает в хорошем настроении. Это темная туча, все время сердит. А, это у нас туча. Такой есть в Next Night. Помните, тучка есть такая злая, которая была когда-то книгой. Когда бы ты ни пытался завести с ним приятную беседу, в ответ ты получишь только ослепительные разряды. Суперка у него небесная расплата, наносит всем врагам очень сильный урон стихии грома, может ослепить всех противников, может поджечь всех противников, дает слепоту и поджигание. И все у него, в общем-то, ребятки, в балансе. Давайте его найдем. Вот он здесь у нас гуляет. Так, опять оно у нас увеличилось. Тоже пособираем немножко. Оп-оп-оп-оп-оп. И сейчас попробуем его все-таки переместить вот сюда. Если у нас здесь где-то места. Так, это у нас монстр природы здесь гуляет. Допустим, двигать. А, предлагает нам в хранилище расположить. Нет. Ладно, давайте расположим в хранилище. Сделаем такой свап. Потому что у нас энергия, пусть получает бонус. Здесь у меня, видите, усилители. Потому надо построить еще. Еще, короче, легендарное логово. Но этим я займусь уже попозже. Так. Вот такой вот наш темпестик. Идем тогда сейчас смотреть, кто он такой. Так, давайте вот так вот, чтобы наверняка ничего не пропустить. А, и темпест, ребятки, это у нас легендарный монстрик, 100 уровень, его максимум 3400 сила, хорошая жизнь, под 30-ку хорошо, скорости 3465, тоже хорошо. Ну, суперка 10%, как мы уже знаем. Так. И давайте смотреть по ударам. Так, ревущий шторм. Так, контузия 35 сила, ослепляющий болт. Болт — это у нас стрела арбалета называется, болтом. Вот такая вот, короче, какая-то фигня. Тоже 35 с ослеплением. Twisted Blow, там пляшущая вспышка, наверное, как-то так можно перевести. 45 по одному. Дальше. Whirling Gust. Какой-то у нас... не гаст, не так пишется, ладно, не знаю, как это переводится. Контузия, сила 40, Flash and Strike, в общем-то, ослепительный удар. Мультик по всем с ослеплением стоит брать. Дальше идет что-то там электрическое с параличом, тоже стоит брать.
глаз шторма. Так называется, ребята, когда идет ураган, вот по центру, то вот место, где тишина и покой, это вот глаз шторма называется. Так, 65 по одному, неплохо. Так, но я знаю, что это монстр контроля, потому нужно ему выбирать вот этот, например. Raging Thunderstorm, то есть яростный шторм. Мультик по всем с параличом, да, стоит брать. И вот еще, наверное, по одному 60 с контузией. Вот, ну, да, вот, наверное, вот этот лучше взять, чем вот этот. Давайте сейчас это проверим. Итак. Контроль. То есть ему можно либо, видите, либо скорость качать, ту, сугубо скорость, да, либо классику жанра с две руны на силу, одна на скорость. Итак, бегущая гроза, 40 с параличом, так, ослепительный удар, 7 слепота, разрушительный шторм, 60 с оглушением, так, 1, 2, 3, 4, и электрический импульс, 45 с параличом. Вот такие вот, в общем-то, удары нам стоит брать. Так, мне надо как-то их по-быстрому сейчас на листочек набросать, чтобы я их не забыл, а то прям в прямом эфире, ребята, делаем. Так, бушующий гроза, ослепительный удар, разрушительный шторм и электрический импульс. Ну, надеюсь, я набросал по пару букв и ничего не перепутаю. Так, ну у нас, к сожалению, тут рунки-то все заняты практически. Чем мы тут можем ему экипировать? Давайте ему четвертую рунку на скорость поставим. Пока на этом ограничимся. И погнали качать. Рев грома был у нас такой, да? Ослепительный заряд. Нам нужен ослепительный удар будет. Главное ничего не перепутать. Так, удар торнадо. До свидания. Электрический импульс, да, нужен нам такой удар. Он не особо сильный, да, но с параличом. Шквальный вихрь, такого у нас не предвидится. Ослепительный удар, ребятки, да, по несколько противников, давайте туда. Есть у нас такие удары, бушующий гроза или гром и что-то там разрушительный шторм. Глаз бури, до свидания. Туда же. Шквальный выхорь тоже нам не подходит. Какой навязчивый у нас удар. Вообще жесть. Ужас-то какой. Так, разрушительный шторм. Есть такой удар у нас, ребятки. Вот так вот. Шквальный выхрь, да ё-моё, это просто рекорды бьет, сколько нам раз попадается один и тот же удар. Давайте заменим все-таки, вдруг нам не попадется что-то толковое, типа бушующий там чего-то там. Шквальный выхрь. Вообще-то я вижу его больше, наверное, как дымагера все-таки. Он довольно больно бьется, у него большая сила и большая скорость.
Бушующая гроза. Вот, ребятки, то, что нам нужно. С параличом. Давайте начнем с параличом. Хотя тот удар был тоже классный. Ну вот, все, практически на последнем дыхании мы нашли все наши удары. И давайте пойдем его тестировать. Так. Что у нас тут есть за подземелье? Даже не заглядывал сюда. Так, во, отлично, кстати, подходит нам первое подземелье. Мы сюда и пойдем. Ну, это нам не интересно. Давайте сюда идти. Так, здесь у нас есть даже мусу, это хорошо. Так, сменим команду. Здесь у нас будет, конечно же, Темпест. Так, здесь кто у нас может быть? Может быть, самурай? Так, ну давайте так попробуем. Они, правда, 110 уровня, но давайте. Мы все здесь с рунами, так сказать. Так, они как раз неуязвимы к одержимости, но у нас есть... Так, слепота... Ничего не очень интересно. Во! Черт, массовый удар, неправильно расположил их. Шикарно! Так, надо ли вообще нам тут массовый щит, честно говоря? Не думаю. Так, не надо нам тут всех убивать. Ослепим бабуёшку. Хорошо. Выглядит анимация. Мне нравится вообще, как Темпест выглядит. Как выглядит его удар. Но, честно говоря, я думал, что это какой-то типа божок какой-то там. А оказывается, нет. Оказывается, это тучка. Так, отлично, команда сработалась, мне понравилось. Давайте сейчас попробуем сменить это все дело. Выберем какую-то другую команду. У нас здесь очень много всего может быть. Так, не хочется брать банально Тетис. Давайте возьмем вот Виктора доктора. Сделаем этот бой и еще один, ребятки. Мне просто понравилось. Так, ну парализовать не будем, будем поджигать. Так, блин, как назло, они тут неуязвимы к огню, оказывается. Но у нас есть паралич. Так, давайте сейчас здесь попробуем что-то. Вот. Обсидия. До свидания. Так, что у нас здесь имеется? У нас имеется паралич. На кого мы его направим? Вот сюда. Ай-яй-яй. Надо было на низ направить. Но это не беда. Мы размоем грязь. Так, даже надо пропустить. Оу, небесная расплата. Давайте смотреть. На эту красоту. У него какой-то ядреный щит. О, что-то я вообще не понял. Мы как будто бы ему урон не нанесли. Ладно, давайте пропустим. Еще про такой Темпест. О,
Вот так. Щит какой у него непробиваемый. Ну и практически снял щит, но у нас есть суперка теперь. С горы, так сказать. Так, ну и идем дальше. Как я и обещал, будет у нас третий город. Вот так. Так, лорд. Погнали. Так, параличка всем давай. Так, самурайчик. Нет, паралич на всех. Вот так давай. Так, снимает негативчик. Ну, ничего такого не надо нам. Так. Вот так. И вот так. Вот и все, ребята. В общем-то, Темпест молодец. Хорошо себя показал, мне понравился. А на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.